Привет всем. Вечер. Приехал посмотреть, где можно бросить капканы, пару штук на бобра. Ну вот место одно вообще перспективное нашел. Сейчас поставлю туда и поставлю, где в том году. Видео, кстати, есть на канале. Ссылка будет сейчас в правом углу экрана. Посмотрите. Попался там небольшой бобрик. И я там же схожу, поставлю на том же месте капкан, где он попался. И тут вот новое место перспективное такое. Мне прям понравилось. Там вода вытекает. Ну, места ему нету, перехода только там вроде как. Но я попробую поставить там. Может быть, что-нибудь с этого получится. Сейчас Коле срублю. Опа. Парочку. Немного их заточу. То не надо первое, а вот это чуть-чуть надо заправить. Но место классное. Завтра как раз собираемся с братом съездить на охоту. И попутно один пока оставлю здесь. Один вот этот возьму, 250 кп. Попутно проверим. Это капкан. Все укатано, конечно. Бобрами тут прям. Ох ты. Ой-ой-ой, я вот этого не видел. Какой шикарный вылаз. Вот он ходит сюда, прям свежая кормится. Вон он вылаз. И пошел туда. Я просто не знаю, с какой стороны он приходит. Вот этот капкан я собираюсь ставить ниже. Там. А бобровая хатка может быть выше еще. Потому что я место новое. Сюда не доходил ни разу. Смотрите, как классно. Вот там он по-любому переходит. И плывет вот здесь вот. Это даже не обсуждается. Вот точно он здесь плавает. И мне места как раз должно хватить под капканчик. Поставлю здесь. Переходов больше нигде таких я не вижу. Так что я думаю, что вот это место самое такое интересное. Ставить только неудобно тут, конечно. Но нужно приступать. Так. Предохранители. Так, вот так я его оставлю. Стоит, на мой взгляд, здорово. Маленько разверну. Вот. Тут ему прохода нету. Сейчас щукол воткну и там воткну. А так, вроде бы все отлично. Итак, спускаем предохранители. Ужасно неудобно.
второй. Так, перчатку сниму. Перчатка у меня одна. Забыл, если честно. И ставим, настораживаем наш капкан. Все. Ну, так вот висит. И снимаем основной предохранитель. И убираем его вот так в сторонку. Так, мне надо чем-то там приткнуть вот со стороны. Вот-вот-вот, чтобы не было соблазна, скажем так, у него сюда пролезть. Ну и здесь тоже. Потому что там есть некий запас. Вот так вот. Я ж не знаю, откуда он полезет. Все, оставляю так и двигаюсь дальше. Пришел я на старое место. Здесь планирую поставить. Но что-то уровень поднял он нынче больше, чем обычно. Вот место выхода его он тут чистит. Видать, углубляет или нора где-то у него рядом. Не знаю, что он тут делает, но чистит. Сейчас попробую зайти в сапогах. Болотников нет с собой, потому что так уж я не планировал, что прям... Ух ты! Так. А я, ребят, здесь не поставлю. Уровень он поднял выше. Так, а что у нас здесь? Борится. Так, эта ветка мне мешает. Проверяем. Если мы его поставим вот сюда, он же выходит сюда, выходит. Ну, вот сюда вот и лупану. И посмотрю, что будет. Пойдем поставим. Он же тут вылазит что-то. Вылазит. Так, сниму перчатку. А то намочу. Вот так вот, чтобы его скрыло. Самое главное, хотя бы чуть-чуть. Вот. Итак, где у нас? Вот она. Ух ты! Вот это, да? Так, поставлю я его повыше. Пускай маленько выше будет. Вот так вот. Один. И второй. Угу. Во. Все. И вот так вот оставим наш капканчик. Скидываем предохранители. Один. Второй. Проверяю, мешает, что не мешает. Для сработки. Ну нет, все в порядке. Меня все устраивает. И снимаем основной. Все. Вставляем стоять здесь. Уже сумерки, конечно. Ну все, я выставился. Впереди ночь и утро. Посмотрим, что будет. Должен плавать. Погода хорошая. И стоит второй день. Давление выровнялось. Я думаю, что что-то должно быть. Посмотрим. Вчерашние капканы, которые поставил, проверил уже. Пару штук остался один. На самом перспективном месте, где я ставил вчера. Сейчас туда посмотрю, что будет. Ну вот, перспективное место и сработало. Есть.
Бобрик, не вижу пока. Какой, чё? Но суть в том, что сидит. И сидит именно там, где нужно. И сработал замечательно. Ух ты, ну он бился вообще здорово. Получается, с одного кола после сработки соскочил. Соскочила пружина. И вот так он здесь попался. Но, конечно, на это место у меня и были самые большие надежды, потому что здесь я посмотрел, ему негде больше плыть, только вот в одно место. И тут волна постоянная, шум. Мне место это понравилось. Но и не зря, как оказалось. Ладно, ладно, лезть. Детки. Опа! Ух ты! Хороший бобрик влетел! Вообще отлично! Так. Вытаскиваем кол. И вот такой бобер нам попал. Не 20, конечно, килограмм. Но килограмм, я думаю, 12-14 в нем есть. Хороший бобер. Отлично. Пойдем вынимать. Пока дотащишь, и маленький бобер будет уже хорошего веса. Ну, это хороший, не сигалеток, конечно. Это не прошлогодний бобрик. Отлично. Отлично. Сейчас буду вынимать. А, пружина сработала, одна пока возился. Все. Опа. Откидываем это в сторону. Что получаем? Получаем вот такого классного бобра, который попался нам в капканчик, выставленный мной вчера. Лопатка подзадубила маленько. Небольшая, но шкурка очень красивая, темный. Такой у него окрас. Классно. Жалко, конечно, сдать ее некуда, эту шкурку. И деть некуда. Забираем мы с него железу. Ну, тут уже железа будет неплохая. И забираем мясо. Готовим тушенку. Другие разные блюда. Также хвост коптим. Отлично. Кто-то сейчас посмотрит видео, скажет, ну, смотри. Приехал, выставил, на утро приехал, на следующий день, и снял бобра. Это в этот раз реально так. То есть вчера я вечером вставил их уже перед самыми сумерками, капканы. А сейчас мы приехали, время уже 4 часа дня следующего, и сняли бобра. Вот сегодня так. Но до этого ставил я в другом месте, отстояли капканы 3 дня, и ничего не было. Было пусто. 3 раза ездил, проверял, ни одного бобра не попалось. Они то сдвигали капканы в сторону, то вообще не проплывали в этом месте перехода, где я ставил. А здесь все отлично. Вот такой вот красавец с первого раза, с первой постановки влетел нам. Ух ты, сейчас я его подниму. Прям такой классный бобрик. Все здорово. Капканы работают и работают прекрасно. Кстати, стояли здесь 250 КП, 320 я пока не ставил. На бобра выставлю тоже, посмотрю на результат, как будет. Все отлично. Смотрите канал, подписывайтесь. Охотитесь с нами, охотитесь сами. Всем удачи. Счастливо, пока.